95 лет прошло с момента учреждения первого Всеякутского учредительного съезда Советов. В честь даты в столице республики на научно-практической конференции обсудили историю парламентаризма региона. По словам участников, съезд имеет огромное историческое значение в формировании и развитии государственности региона. На нем заложили конституционную основу деятельности высших органов государственной власти, избрали Центральный исполнительный комитет Якутской АССР. Таким образом, учредительный совет завершил юридический процесс образования автономной республики. Сформировалась конструкция управленческой ветви молодой автономной республики. Это было главным итогом, главным результатом первого Всеякутского учредительного съезда. Наряду с этим съезд обсудил и принял важнейшие решения по экономическим вопросам, по культурным вопросам. В частности, по развитию кооперации, по созданию бюджета. Ну и также на съезде обсуждались основные итоги, причины гражданской войны.